это здание, это был первый кооперативный магазин, вы могли что-то приобрести. Если ваши боны заканчивались, вам выдавали харчевую книжку, списывали уже тогда кредит, могли купить продукты и какие-то товары. Вот так на жителей составлялась их первая кредитная история. Порой наш замыленный взгляд не замечает деталей, например, старинные стяжки на стенах или вот этот водопроводный кран. А между прочим, с помощью него заправлялись паровозы, курсирующие по улице Никольская, современной Ленина. После такой экскурсии вы точно будете смотреть на Орехово-Зуево другими глазами и видеть то, что остальные не замечают. Не просто торговые центры, которые существуют сейчас, и какие-то офисы, а именно здания, которые несут свое историческое значение, которым уже больше 150 лет. Экскурсия это, естественно, такая теоретическая какая-то часть, но и должна быть практическая, обязательно веселая. Практическая часть – это различные мастер-классы. Но, как правило, у туристов самые популярные – кулинарные. Они, кстати, тоже с элементами истории. Изначально пицца выглядела как лепешка с сыром, использовали как хлеб. Пока блюдо готовится в печах, туристы могут еще немножечко узнать городских легенд или сделать фото. Где самые удачные, тоже подскажут экскурсоводы. Сотрудники музея стараются проводить и тематические экскурсии под большие праздники или крупные события. В преддверии открытия театрального фестиваля задумываем экскурсию 20 мая, как раз перед самим спектаклем. Это будет пешеходная экскурсия по театральной улице. Меня всегда обижает комментарии, которые нам в сетях отпускают, что в нашем городе нечего смотреть. У нас есть что смотреть в городе, и у нас часто бывают экскурсии из Москвы архитектурного порядка, где люди как раз изучают вот нашу архитектуру. К летнему сезону готовится и в доме Оглоблина, где тоже планируется насыщенная программа творческих вечеров под открытым небом. В самом здании активно идет ремонт помещений для будущих мастер-классов. Студенты колледжа дизайна помогают обустроить уютную чайную. В новом летнем туристическом сезоне Орехово-Зуевский краеведческий музей готовит программы для воспитанников дневных лагерей, активного долголетия, иногородних и даже иностранных делегаций, а также приглашают посетить и семейные экскурсии.